Мы не знаем, что бы мы делали, если бы ее не было на нашем участке. Мы хотим выразить огромную благодарность Дудиной Нине Ивановне за ее трепетное отношение к нашим детям. Многочисленные жители старой части города Ангарска. Это лишь один из отзывов интернет-пользователей. А сколько слов благодарности пациенты лично выражают Нине Дудиной, сосчитать невозможно. Анастасия Сенник на приеме у Нины Ивановны впервые, но уже полностью доверяет врачу, внимательно слушает каждый совет. Мне приятно приходить к этому врачу. Мне приятно, как он следит за моим ребенком. Ну и вообще хорошее отношение ко мне, к моему ребенку. По словам пациентов и коллег, Нина Дудина очень вежливый и добрый врач. Сама она признается, что может поворчать, но это в редких случаях. О своем секрете хорошего настроения Нина Дудина говорит просто. На моем пути всегда встречаются хорошие люди, да? И надо отметить, что наши мамочки на участке, они у нас замечательные. Натуральным образом замечательные. А может быть, мы их сами по себе подстраиваем так, что они относятся к нам благодарно, а мы, получается, у них в шаговой доступности. В любое время они нам могут позвонить и какой-то вопрос решить. Мы с Ниной Ивановной бок о бок мы работаем уже в течение 12 лет. Мне очень повезло, это замечательный человек, очень выдержанная. И вот вы спрашивали, как находит язык, она с разными мамами, с разными характерами, ко всем находит она подход. И всегда находит подход к маленькому ребенку, знает, как его успокоить, как его угомонить. Самые кричащие дети в руках Нины Ивановны не успокаиваются. Нина Дудина посвятила медицине порядка 30 лет. Ее участок – 9 кварталов в старой части города. Сложно сосчитать, скольких ребят ей приходится осматривать. Но свою работу Нина Ивановна не бросит никогда. Говорит, что профессию выбрала не случайно. Она – медик по призванию. Мое поколение, оно было все-таки более боготворила медицину с открытыми, распахнутыми глазами, всегда смотрели на врачей. И у меня в родове, у моей мамы, бабушка моя, она была повитуха, она про нее мне рассказывала. О том, что ангарчане отдали ей большую часть голосов в конкурсе «Мой доктор», Нина Ивановна узнала не сразу. Женщина не ожидала такого резонанса, но ей очень приятно читать слова благодарности от пациентов. По мнению Нины Дудиной, это стимул для развития. К тому же, когда за дверью, ее ожидают новые пациенты, которые ждут от медика профессиональной помощи и чуткого отношения. Марина Тингова, Владимир Селиванов, «Местное время».